И всем привет, с вами я, Александр Сычков. И сегодня я играю на таком вот интересном сервере под названием сейчас. Я не помню название, но я его нашел в поиске просто серверов. Я играю в Майнкрафт сейчас. Я скачал новую версию 1.7.2, чтобы поиграть на этом сервере. Итак, так. Что здесь написано? Добро пожаловать на вот TerraCraft. Вот название. Открыть меню. Давайте напишем это. Меню. Во! Нам что, не дают это что ли? Или дают? Не, не дают. Так, ладно, вот у нас есть что-то непонятное. Это какие-то шарики, есть алмаз. Есть такой вот какие-то такие вещи. Так, меню сервера. То есть оно открывается вот так. Вот эта штука. Так, магазин. Здесь можно купить броню. Так, сколько? $300. А где брать-то их? Я не понимаю. Так, ладно. Ну, вроде бы как-то понятно, но вроде как бы и непонятно. Так, давайте посмотрим. Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Так, здесь какой-то обстрелянный парень стоит. Так. Нет, здесь ничего. Так, автошахта. Где она? Это нельзя рыть, я так понял, да? Это специально сделали на сервере. Так, ладно. Давайте сейчас посмотрим, что сейчас. Если нет, нету, ничего нету, ребят. Так, нет, ребят, нет ничего. Во, ребята, во. Смотрите, алмазик еще нашел один. Хоть это не алмазик, но все равно как-то, чтобы алмаз найти в начале этой игры-то. Я только что зашел на сервер. Я не смог зарегистрироваться на имя Нубаса, так что мне пришлось ввести ник своего скайпа, Алекс Нубас, поэтому зарегистрировался я вот Алекса Нубаса. Так, я вышел, короче, отсюда, и что здесь я? Ничего здесь не нашел. Так, мне самому сейчас надо идти... Ой-ой-ой, да что вы все меня мучаете, да я так не понимаю, да? Прошлый раз сейчас все мочили, а стоп. А, ладно. Зачем мне эти штуки-то, я не понимаю. Зачем они мне нужны? Сейчас напишу. Хватит меня убивать. О, Алекс Нубас написал. Хватит меня убивать. Так, все. Что за скин-то, я не понимаю. Так. Сет. Ой. Скин. Давайте 10 напишу. Просто. Вот. Skin help. Можно написать. Skin help. Так, здесь можно request. Ну понятно. Это, в общем, мне как бы не надо сейчас. В данный момент. Я хочу просто по-быстрому отсюда свалить. Но, видимо, это нельзя сделать, да? Хотя. Давайте я попробую все-таки пробежать мимо них. Потому что они, гады, меня сейчас будут убивать по полному прям. А мне так неинтересно играть, когда меня все убивают. Такого со мной еще никогда не было, чтобы меня убивали какие-то нубы. Так, ладно. Надо не палиться, надо как-то все-таки убежать. О, можно это... Это можно копать? Нет, нельзя. Видимо, это все еще ария. Так, ладно. Давайте убежим отсюда. Куда-нибудь. Так. Давайте спрячемся здесь. Все равно сейчас ночь, меня все равно никто не увидит в игре. Так, АТП, там, телепортироваться. Так, здесь я вообще ничего пока что не вижу такого интересного. Хотя я бы мог запрыгнуть сюда. Еще город, да вы что, офигели что ли? Меня здесь постоянно убивают здесь везде. Ладно. Так.
Что-то темнеет, и я как бы уже что-то даже, можно сказать, не вижу уже, куда прыгаю. Так, опа, все. Так, куда дальше? Паркурчик. О, свет дали. Супер. Ну, блин, все, ладно. Давайте еще раз. Попробуем. Так, вот так вот. Так, блин. Да что ж такое? Да проще, знаете, ребят, уплыть куда-нибудь подальше, ребят. Блин, у меня еды нет вообще. У меня только вот эта вот хрень. Так, в продаже появилась привилегия антигрифер. Покупайте на сайте terracraft.ru. Нафига мне это надо? Я даже играть здесь не даю. Нафига мне что-то покупать на нем? Меня убили просто так. Хотя я только вышел из этого замка, или кто он там был. Ну, вообще сервер нормальный, только если меня не убивают, это, конечно, круче бы было. Так, это что, вход какой-то? Нет, это не вход, это какой-то глюк на карте. Так. Ну что, блин, да что ж такое-то? Что за карта-то, я не понимаю, такая непонятная. Как мне здесь пробежать-то? Потому что если я сейчас опять зайду туда, меня кто-нибудь опять убьет. Потому что до съемки этого видео, конечно, меня здесь убивали. Так. Сюда. Сюда. Дальше куда? На дерево. Ладно. Что-то мне сильно не везет на этом сервере. На прошлом сервере, который я только что играл, было попроще немного. Но там я почти что уже был крутым, у меня был свой дом уже. Тут я только я зашел, поэтому сложно играть. Так, почему я не могу бегать? Почему-то очень медленно я бегу. Так. Надо бежать оттуда. Я сейчас, если запалит, я опять убью. Я уже пытался как-то сбежать отсюда. Не получилось. Так, а вообще блоки можно ломать? А, блин! Да ладно! Где можно ломать-то блоки? Нигде, что ли? Ой. Да, это как-то... Как-то уже... О! Это можно было? Стоп. Сейчас. Мне надо спрятаться где-нибудь. Потому что, смотрите, у меня была броня, у меня ее теперь нету брони. Вообще нету. Поэтому это не круто. Надо опять скин нубаса поставить. Так, ладно. Так. Ну это-то можно сломать. Да вы что? Реально, что ли? Да тут куда ни пойди, ребят. Тут везде нельзя пройти. Ой, у меня сейчас еда закончится уже. Блин. Да, блин. Да что ж такое-то, блин. Так, ладно. Давайте подумаем. Оу. Да, короче, блин. Так, ладно. Так. Бегаем. Я не хочу заходить в город, потому что там, во-первых, меня убьют. Во-вторых, там, как бы, нечего делать вообще. Стоп, это что такое? Это типа дом, что ли? Или что это? Это нельзя сломать. О, что это? Офигеть. Да вы что? Да я что, не могу даже и взять? Ну, блин. Да ладно. Хоть бы дали мне ящик, блин. Что-то я залагал вообще. Нет? Офигеть просто. Это что? Я просто из-за буквы не вижу здесь. Так, здесь нифига нету. Если кто-то пытался построить дом, и нифига. Стоп. Во, дом. Это дом, ребят. Эй, открывай. А ну давай, открывай. Ну давай же. Открывайся. Ломайся. Ну. Пожалуйста, откройся. Да, конечно, долго ее придется ломать. Но сейчас она уже сломается, наверное. Надо быстро войти туда. Ладно. Ну верстак-то можно попользоваться, блин. О, верстак. Можно собрать что-нибудь. А почему мне не дали эту штуку? Ну ладно.
Так, куда здесь можно вообще еще пойти? Я не понимаю, здесь какой-то дом, здесь какие-то куски непонятно чего. Каких-то вообще. Ладно. Короче, я ничего здесь не нашел. Игра у меня, конечно, немного лагает, но это из-за сервера. Это я точно знаю. Тут сервер залаган немного, но ладно. Так, сейчас запрыгну. Так. Побежали. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Нету. Так. Да вы что, вы хотите, чтобы я плыл, что ли? Я не понимаю, что это? Кто строил эту карту, блин? Зачем город в воде делать? Я не понимаю. Это же как-то не прикольно. Даже бы я не так не построил. Ладно. Это ладно, ладно. Так. Сундук. Сундук. Да ёп. Почему там ничего нету? Да вы что? Вообще. Так, это что такое? Нет, туда я не полезу. Зачем строить из эндерблока? Все вот это вот. Это что, еще дом? Сейчас. Так. Сейчас заберемся сюда. Так, что у нас здесь? Иди полезь. По лестнице. По какой лестнице? Вы смотрите, я не просто говорю, потому что здесь написано лестнице. Лестнице. Блин. Ладно, давайте напишем, какая там была команда-то. Варп. Варп. Так, ладно. Я пришел опять в какой-то город. Опять мне... О, это что такое? Это офигеть! Что? Нет. А, ладно. Оу. Так, ладно. Так, что здесь еще есть? Фигурки какие-то. Смотреть город, конечно, прикольно. Так. Ну, больше здесь, наверное, ничего нету. Не прогрузилась еще карта. Так. Ну, я вижу только город здесь, там. Я типа такого построю тоже так. Так же. Оу, вот это вот было, конечно, зря. Я сделал так. Ну, ладно. Так. Мне нужно... Что мне нужно? Нет, не сломал. Так. Ой! Да ладно. Так. Так, что это? Ну что, мне сегодня дадут что-нибудь или нет? Ты кто? Скин прикольный, но... Так не надо. Так, кто это? Кто ты? Чел какой-то. Еще одни блоки. Ничего здесь нет. Что это такое? Ты точно готов? К чему? О, стрелы. Не поймал. О, стрелы! У меня 64 стрел. Круто. Супер. Не понял. Ну хотя бы стрел у меня есть. Ой-ой-ой-ой. Надо поесть. Так, ты проиграешь сейчас уже. ХП мало. Блин. Что делать, блин? Оу! Да ладно, мне еще. А. Да ладно, ну конечно. Конечно. Так, ладно. Так, развлечение. Что здесь? Казино и шелл. Давайте казино. Откроем. Так. Что это? 2, 4, 6, 8. Жетон, что ли? Давайте наберем их. Так, а еще можно побольше чем-нибудь брать? Так. Не, я так не хочу. Так хочу. Только зачем слитки нужны, я не понимаю.
Один коинс. А что, у меня коинсы есть? Так. Так. Сейчас. Так. Я не понимаю. Зелье, урожение. Так, вернуться в меню. Нет. Давайте пока на этом остановимся. $100? Да у меня нету $100. Ладно. Значит, забудем об этом. Так, что это? Ого! Еще одна такая штука. И там... Нет, там ничего нету. О, я могу собрать что-нибудь. Давайте это все обложим. Так. Не получается. Но зато, смотрите, у меня... Сколько у меня этих... Это коинты? Ладно. Давайте наберем. Хотя бы как-то так. Коинты. Давайте себе наберем. Дофига этих коинтов. Блин. Так. Один коин. Прайс 500. Это я или за 500 беру, или 500 коин за один коин. Я не понимаю, что это вообще у меня. Вообще, как бы, ладно. Так, ну, я думаю, это, конечно, не казино еще. Как бы я до него еще, наверное, не дошел. Но коинтов я сейчас наберу вот здесь, чтобы все слоты у меня были забиты по 64. Тогда уж я начну играть. Нет, это мало мне. Ты быстрее набирайся. Кто задолбал, ты если стоять? Мешаешь. Так. Во, все. Стоп. Еще 3 коинта у меня осталось. Ладно. Давайте это пока... А, не буду вкладывать, ладно. Так, что у меня есть? Что это? Что это? Что это? Пит... 1000. Вот. Ладно. Это что? Это один коин спрайс. Смотрите, 5 коинов. Так, ладно, ладно, ладно. Так, что это? О, штанишки. Хоть они и поломанные, но, ребята... Все-таки штанишки, ребят. Я теперь оделся. Теперь это круто. Стоп, они еще и зачарованные. Так, ладно, ладно, ладно. Прикольно. Спасибо. Оу. Прикольный скин. Так, о! Меня стали... Это кто? А, я думал, это админ. Что он мне накидал-то? Грибы и одуванчики. Больше нельзя ничего собирать. Так, давайте найдем меня здесь нету, ребят. Я себя здесь не нахожу. Смотрите, я ищу себя, Алекс Нубаса, и я его не нахожу. А, ну я первый, да, точно. О, еще прикольно, прикольно. Так, что здесь есть у нас? И как здесь вообще делать что-то? Я не понимаю. Ладно, ладно, ладно. Ого, он может копать это все? Круто, круто, круто. Ха, может даст он, не даст. Алмазы он собирает. Офигеть, офигеть, я тоже хочу. Это реальные алмазы или как? Эй, пацан, дай мне эти штуки. Так. А прокопать я не могу, да? Своими там золотыми этими хренями. Коинтами. Так, ладно. Посмотрим, что он будет делать.
Он. Посыпались мне. О. Я респавнился. Так, ладно. Давайте это пока что уберем. Сюда. Так. Один слот остался. Так, что это? Что это? Что это? Что он? Почему он мне не дает? Давай мне тоже. О, нет, не дал. Ну блин, да почему ты мне не даешь? Давай. Да что ж такое? Да почему? Почему у меня нет кирки? Так, что он сейчас что ли? Подождем. Да почему у меня нет этой хрени? Я, видимо, вообще ничего нету. Кроме кусков золота. О! Да, тут интересно, конечно, уже. Так, здесь что? Ладно. Так, что у меня здесь? Да почему он мне не дает эту штуку-то? Ладно. Так, что здесь у нас? Нифига здесь нет. Ого! Это ж поножи. Ребят. Сейчас заменю их. Но они не... В общем, они не такие, как надо. Стоп, у меня две поножи? Круто. О, супер, супер, супер. У меня что, 63 поножи? Охренеть! Ребята, у меня 63 поножи. Круто. Так, ладно. Еще одни эти штуки. Ну да, здесь можно, конечно, повесить. Дать, блин. Да нафига тебе этот, как его, алмаз? Ну да, он мне тоже, как бы, нужен. Ну ладно. Ну а что, нет? Не даете, нет? Ладно, ладно, ладно. Нифига здесь, короче, нету. Набрал я, короче, понож, могу их тебе продавать здесь. Таких понож взял. Зачарованных. Так, ну и все, здесь больше ничего нету. Фигурки или летающие эти. А админа здесь нету, да? Я так понял. Нет, не написано. Так. А. Эй, ты. Ладно. Что здесь у нас? Сюда еще не заходил. Так. Набираем все, что здесь есть вообще. Так. Это что? Ну, это, конечно же, я могу сейчас набрать. Так. 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 О! Сейчас наберем, ребят. Золото еще. Вместо этих коинов возьмем золото еще. Это будет, конечно, прикольно. Так, и всех этих золотых хреней я взял только вот. 64 золотых слитка. Да. Ребят. Конечно, круто получилось. Так, давайте это все поменьше сделаем. Вот так. Чтобы место не занимало. Здесь что у нас? Ничего нету. Здесь у нас никто ничего не выкидывал. А, 64, я не могу. О, еще могу опять в самородок переворотить опять обратно. Хотя. Давайте. Че? Так, 63. 63. А почему не 64? Так. Так, вот так вот и. Буду играть, блин. Собирать по самородкам, блин. Опять разложил. Так, ну это уже не коин-то, я так понял. Так, еще остался у нас. Так, давайте теперь опять соберем все это.
Нет, не собирается. Давайте я это опять превратим в слиток. Так, что-то у меня не складывается немного. А, не, сейчас сложно. Вот, да. Опять набираем мы слитки. Офигенно просто. Так, сейчас наберем. Так. Набрали мы слитков опять. Ну, из этого уже нельзя слитки, конечно. Но у нас остались еще слитки. Но мы 63 слитки теперь сделали. То есть, мы сделали даже круче, чем было. Так, это лава, 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 лава. Да, это лава. Так, печь у нас была где-то. Так, в печи ничего не... А, интересно, можно? Нет, нельзя, наверное. Где меду-то взять? Меды-то нету. Так, дайте меду. Просто так пишу. Потому что я здесь еще ничего не понимаю. Так, это что? Ладно, ладно, ладно. Так. Так. Ну, короче, здесь ничего нету, ребята. Я здесь ничего, короче, не нашел. Ой, я не открыл, кстати, так, сундук большой. Да, он большой, конечно. Ладно, ну надо заканчивать видео, короче, и я решил просто прогуляться здесь. Не знаю, убьют меня сейчас, не убьют. Наверное, убьют. Я ж бегу. Побегу я сейчас к вам сюда. Если мне, конечно, дадут добежать до сюда. Да, видимо, не дадут. Видимо, да, ребят. А, не, дадут, дадут. Так, уже вечер, где там этот, как админ? Со своим этим... таймсетом. Ноль. Так. Зашли мы теперь в другой город уже, ладно. Ладно, ладно. Конечно, постройки здесь непонятные. И что это вообще, как это выглядит? Ну ладно, как бы. Конечно, хоть у меня здесь нет ни дома, ни мечей, ничего, но все равно здесь весело как бы играется на этом сервере. Можно поиграть даже без ничего. Как бы. Так, ладно, да. Чё, дойти нельзя? Да. Так, опять нам сделали день. Так, и что? Ой! Кто меня мочит? Я не знаю. Так. Прыгнуть. Чё? Так. Это чужой дом, короче. Как я понял уже. Не могу я его открыть. Не могу. Так, а сломать я блок не могу, да? Ну и чё, и как мне теперь? Куда? Запрыгивать вообще, я не понимаю. Ну, короче, ребят, как-то вот так вот получилось. Я попал в какую-то такую вот тюрьму в Майнкрафте, на которую нельзя вылезти. Да, нельзя. Хотя, нет, нельзя. Ничего здесь трогать нельзя, ничего ломать нельзя. Нафига я вообще сюда запрыгнул? Здесь крыши нету, я просто запрыгнул, теперь вылезти не могу. Этого надо, наверное, видео заканчивать. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии, добавляйте меня ВКонтакте, ID 53, 55, 44, 63, ну и всем пока!